До календарной весны остается неделя, и еще не начал сходить снег, а на дорогах уже появились любители езды на мотоциклах. В Алатыре полицейские задержали местного жителя, который не только сел за руль железного коня пьяным, но еще и решил прокатить троих знакомых. Четверо людей ездят по встречной полосе на Непривычный для времени года мототранспорт с перегрузом заметил экипаж патрульно-постовой службы. Требование остановиться водитель оставил без внимания. На кадрах видно, как мотоцикл маневрирует среди машин и лихо проскакивает на красный сигнал светофора. Погоня заканчивается задержанием. Однако молодые люди не успокаиваются. Компания отказывается пройти в отдел полиции и начинает сопротивляться. Вам предложили. Давай, отдел, пойдем, вам предложили, вам уже предложили, не раз уже сказали, зайдемте в отдел. Пройдемте. Я вас припровожу в отдел. На троих нарушителей составлены административные материалы за появление на улице в нетрезвом виде и за невыполнение законных требований сотрудников полиции. 27-летнему водителю также грозит штраф за то, что тот сел за мотоцикл, не имея права управления им. Ну, сейчас понимаете, да, что... Все осознаю, конечно. Что скрывать сейчас?